Всем привет! Мы на Т-54 областном. Как многие, может быть, успели заметить, нихуя. Это бойчик не мой, а реплей от подписчиков, а также уже как и от друзей подписчиков, от Артема. И Темыч выходит на своем любимом, облегченном, хотел сказать, не ЛТ, блядь, нет. Это Т-54 облегчен. И сразу нахуй всех, сразу всех заметил. Сразу вышел и всех заметил. Блядь, нихуя он засветил так поляну, нихуёво. Вау, еще дрифтанул так, блядь, так смачно так засветился и еще дрифтанул так. Вау, блядь, нахуй, у него этот, блядь. Как он называется? Крутящий момент. Буквально ролик назад я говорил уже об этой карте, что здесь очень удобно играть как на СТ, так и на... Ну, на ЛТ не совсем, но есть только в подсвете. Вот. Ну и вот на данный момент, конечно, Т-54 ОБЛ, блядь, как называется, по-настоящему облегченный. Нихуя, это пиздец, это, конечно, далеко не блядь, не ЛТ. Ну как, хуй знает ЛТ. Я бы не сказал, что это ЛТ. Это больше даже такое СТ, наверное. Блядь. И домашка нихуёво такая проходит, и... Блядь, ну это Т-54. Это Т-54, просто немножечко он такой, чуть-чуть подрихтованный. Это все равно, что 54-ка нерфанутая. Не нерфанутая, нихуя я, блядь, сказал. То есть это 54-ка такая средненькая, блядь, на 8-м уровне. Ну почему это легкий танк? Я бы не сказал, что это легкий. Ну, блядь, не нам судить, это все варгейминские эти плюшки. Так, тут уже берут базу берут, блядь. А Тёмыч продолжает, как настоящий светляк, просто светить, потихонечку светить. Там у нас, блядь, 44-ка нарисовалась. Даже, я бы сказал, даже 44-ка говно, нахуй. По сравнению вот с этим 154 областным, блядь. Не, обломным, нахуй. Для кого-то он и обломный. В данном моменте это, блядь, обломно для той команды. Для команды хейтеров, блядь. Хейтеры сейчас все, блядь. Хейтеры, блядь. Сука, блядь, как появится новое слово. И пиздец, блядь. 256, нихуя такая домашка, блядь, проходит нихуёвая. По Иисусе и Суху опять ебут, блядь, во все дыры. Вот так. А Тёмыч продолжает потихонечку, так сказать, нагибать. Спокойно так, стоя на серединочке, играя, блядь, от башенки такой, как, блядь, нормальный такой СТ. Такой потихонечку, хуём-буём, блядь, нормально. Ебашит нахуй всех. А кого-то заприметил уже. Ага, десяточку на горе, блядь, выцепляет. А эти наши все стоят, блядь, и шестой там что-то пизды уже наполучал. А, они на базе, они все трут, блядь, там нахуй. Чья база будет, они такие, моя, блядь, нет, нихуя моя. Стоят, значит, две группировки на базе, и у них там стрела. Ага, блядь. Засек Тёмыч, блядь, блоху. А, сука, на всякий случай кинул ей, блядь, крючок, блядь, ей кинул. Вдруг, нахуй, за трусы зацепит. Как на рыбалке, блядь, такой хуяк. Пока, блядь, удочкой махал, хуяк и трусов уже нет. А там на стрелке, блядь, все-таки на стреле, блядь, там бандитские все-таки держат, блядь, базу на двоих. Наша территория и территория, блядь, бандосов, нахуй. Кто кого, короче, хуй просышь. Эти железку заняли, блядь, в обороне. Стали такие в дефе, блядь. Как охуенные деферы. Сука, ну-ка. Опачки! А, Т-30 поиграл, блядь, нихуёво. Я Т-30 забрал, вообще не кисло. Тортика просто так не возьмешь. Не подтянешь его за грудки. Ну, и сидишь и нарисовался, блядь. Так, не, все равно Тёмыч пытается выцепить, блядь, тортика. И выцепляет, блядь, что самое интересное, в бочинку-то. В бочинку все таки блядь, выцепил его, блядь, выцепил. Тут самое главное иметь хорошую целостность. И разбирает его. Нихуя себе, блядь. Потихонечку, блядь, тортик плавится, блядь, на крем и все составляющие, блядь. Такой, блядь, недальновидный сироп, нахуй, уже становится зимой. Опа! А, блядь, чуть ли Лёву не затащил, нахуй. Бывает и такое. Ну, в общем, спокойно, практически фуловый, нахуй, ездит Тёмыч по... В середине карты, светит, дамажит, в общем, все, блядь, все идет как по маслу. Опа, сиди-сишник, блядь, получает, блядь, порцию, блядь, мороженки. Тун-тун-тун-тун-тун, так, опа, отпятился назад, блядь, отпятился, чтобы отпялить кого-нибудь, нахуй, потихо, блядь, ну-ка, нахуй, блоха, опять, блядь, блоха, сука, думает, а, блядь, закусает до смерти, нахуй. Оп-оп-оп-оп, перекати поле, блядь, все туда-сюда елозит, блядь, туда-сюда, хуй поймешь, блядь. Оп. Торт не угоманивается, торт получает в зубы нахуй и уходит в ангар. Отлично, и блоху еще подрезали. А блоха, походу, была на роликовых коньках, она, блядь, ездила, она как-то странно очень ездила, так как-то туда-сюда, сука, они у нее где-то масло, видать, блядь, какой-то хейтер ей смазал, блядь. И она в ногах запуталась в своих же. Сиди-сишник, блядь, он что-то ловит там, нахуй. Бабочек, блядь. Ага, тут и рушка, блядь, наружка. Да ну нахуй, блядь, ну как кто? А, блядь, Т-54, блядь. А кто, как не он? Вот такой вот славный бойчишка, блядь, неплохой. На ЛТ.
С тремя штуками по засвету, тремя штуками по дамагу, бля. В общем, нихуёво. Надамажил, насветил, блядь. Взял победу. В общем, охуенчик. Такой вот красава бой. Подписываемся на канал, подписываемся в группу ВКонтакте. Все в описании находится. Всем пиздатых боев. Всем пиздатых созводных. Раз в неделю проходят стримы. Бывает и пару раз. Много еще чего интересного по играм на канале. Так что смотрите. Всем пока.